В принципе, провели, я считаю, неплохой матч. То есть у нас в атаке что-то получалось. В первом тайме были неплохие моменты. Пропустили, да, из-за собственных ошибок непростительных, которых соперник просто наказал нас. Ну, начало второго тоже стандарт. Немножко не разобрались. А так, считаю, не на поражение мы наиграли, по крайней мере. Уже к середине второго тайма вы использовали все замены. Как оцените игроков, которые вышли на замену? Ну, в принципе, и планировалось выпускать в начале второго игроков, потому что поле очень тяжелое, и поэтому нужна была свежесть в атаке. Поэтому эти замены все плановые. Саш, твой комментарий по сумасшествию. Да. Ну, комментарий такой, что игра была довольно интересная. Были моменты, что у той команды, что у нас. То есть не скучно, но исход закономерен. Соперник лучше реализовал свои моменты и победил. Ты вышел на замену при счете 0-3. Нужно было исправлять ситуацию. Тяжело ли было войти в такую? Да не особо тяжело. Игра... Мы, в принципе, до последнего старались играть, не опускали руки, моменты создавали, но, опять-таки, как я повторил, реализация нас подвела, хоть один гол и отыграли. Какие-то были тренерские установки тебе перед выходом на замену? Ну, я думаю, установки были у всех, кто выходил одинаково. Это усилить игру, постараться создать опасный момент, забить его. Ну, мне то же самое было. Я как нападающий, мне сказали зацепиться за мяч,